Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Начинаю очередную стройку. Буду делать советский тяжелый танк ИС-7. Данная модель мне очень нравится, и я ее с удовольствием соберу. Для этого мне понадобятся кусачки, цанговый нож, специальная пилочка для зачистки деталей, если вам интересен данный набор, вы его можете приобрести в магазине «Я моделист», ссылочка на набор будет в описании под видео. Также данную модель этого танка тоже можете приобрести в магазине «Я моделист», ссылочку оставлю под видео. В наборе буду использовать наборные металлические траки. Решил использовать металл. Все-таки с ним модель выглядит более натурально и живо. Рабочие ленты мне очень нравится на модели использовать данные траки. Понадобится клей Tamiya, быстро сохнущий, супер текучий. И буду использовать в наборе краску Мистер Хобби. Хочу попробовать новый цвет 4БО советской техники Второй мировой войны. Как у нас идет по инструкции, начинаем сборку с ходовой части. Срежем катки, срежем балансиры и будем вклеивать их в ванну корпуса. Видео по сборке будет в ускоренном режиме. Я всегда срезаю, если много деталей, сначала срезаю одну сторону всех деталей, потом переворачиваю литник и срезаю детали с литника полностью. Хорошо, что катки крепятся на двух питателях, а бывает на четырех, тогда их тяжелее обрабатывать. Здесь звездочка крепится на четырех. Для звездочки это не критично. Понравился мне данный набор Мэнк. Очень хороший, ровный срез идет. Пинцет понравился, хорошо держит мелкие детали. Ну, теперь переходим в ускоренный режим.
брал корпус, ставил сюда детали, решетки, поставил смотровые приборы, замаскировал их малярным скотчем. Теперь осталось склеить две половинки и посмотреть, как будет смотреться танк и хорошо ли произойдет стыковка. Сейчас быстренько склею за кадром и вернусь. Как видите, друзья, собрал ходовую, поставил катки, но катки не вклеивал, просто поставил, чтобы подогнать металлические траки по размеру, посмотреть, как они будут смотреться. А перед покраской катки, конечно же, сниму. Верхняя и нижняя часть сошлись идеально. Немного дам подсохнуть шву, потом все хорошо обработаю и продолжу сборку дальше. Модель стала на катке ровно, нет никаких перекачиваний, люфтов, все стоит ровно на ровной поверхности. На этом, друзья, буду заканчивать. Всех благ вам, вашим близким. До новых встреч!